50-50, да, как во всем, да, все заводят карточки, потом раз у вас деньги списали с карточек. Обязательно кто-то это воспользуется. А как, ну, поэтому здесь очень сложно. Ваш личный взгляд. Понятно, что есть и за, и против. Да, есть за и против. Ну, нет. А вот ваш личный. Нет, у меня. Я не могу сказать, потому что я наполовину. Вот в моей жизни происходят какие-то события, когда я говорю, 50% я за, я не знаю, как принять решение, 50% я против. Да, это вот. Много таких вот в моей жизни, и я не знаю, как вы правильно принять решение. Потому что вот на данный момент у меня и личные были такие же отношения, да, когда ты хочешь на своем пути человека просто вот, чтобы его никогда не было в живых, да, и когда ты хочешь сказать ему спасибо за то, что он есть. То есть вот в каждой ситуации это отдельно, поэтому... Хорошо. Не надо, с одной стороны, однозначно, потому что должна быть свобода, да, но у нас нету грани этой свободы. Как ее... ограничить я тоже не знаю. То есть вот этот вот доступ, он иногда там, да, там. Мы же не можем сделать маленьким детям, допустим, доступ к порно-сайтам. Это же вот, ну, это преступление наказание, а у нас это есть. Поэтому вот как это совместить? Это очень, очень сложный вопрос, наверное, на уровне Бога, даже не президента.